оказаться на этой замечательной сцене. Первый раз здесь, если не ошибаюсь, выступление несчастного случая состоялось в 89-м. В 6-м. На этой сцене? Нет, в юности в 6-м было. Ну, значит, в 7-м. Окей. В общем, согласитесь, это достаточно давно, и, в общем, мы практически вот столько лет и существуем. В этом году команда отмечает 30-летие, Дом ученых 50-летие, поэтому давайте поздравим. В честь этих радостных событий мы сегодня будем выступать достаточно необычно. Впервые в Доме ученых мы будем играть с антрактом. Потому что наши друзья из Академгородка сказали о том, что необычайно высока культура антракта в Доме ученых. Поэтому странно пропустить это дело. И опять же, мы буфет нам очень благодарен. Очень много будет песен, поэтому мы будем меньше, наверное, болтать, чем обычно, тем более, что все уже, в общем, за 30 лет рассказано. Больше играть музыку. Ну и что? И все. Да? Тем не менее, пишите, пожалуйста, записки, если вам будет угодно, конечно, это делать. Но прочитаем мы их, наверное, в антракте, потому что просто в целях экономии времени. Ну, а теперь начинаем. Повыдрал морковку, то к нам прилетали иногда.